Ирина Шейк. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, модель Ирина Шейк, приехала из Челябинской области. Она рассказала «Голосу Америки», с чего начался ее путь к успеху. Моя мама, она сорвала объявление на автобусной остановке про школу Beauty School, про школу модели. И я пошла туда просто для интереса с моей сестрой, и один менеджер приехал и нашел меня. И я поехала в Париж, потом с Парижа я поехала в Испанию, потом я приехала в Нью-Йорк. Я работаю со Sport Illustrated 5 лет, и вот 5-й год я получила обложку и получила этот замечательный award. Ирина считает себя патриоткой России и говорит, что русские женщины самые красивые, но при этом добавляет. Я думаю, что не существует некрасивых женщин, существует мужчина с плохим зрением, который не видит красоту в женщине. И для меня красота – это не только внешнее, это тоже внутреннее. У вас должен быть характер и что-то внутри. Русские женщины – самые красивые женщины в мире, и они очень много чего достигли. И вперед, русские женщины!